с тобой обсудим. Приезжай, мне прошлого не жаль. Приезжай, мы тут же позабудем все обиды, только приезжай. У меня есть старая пластинка, я ее все время завожу. Приезжай, я по тебе скучаю. Приезжай, тебя я очень жду. Не ищи предлога и причины, просто так садись и в дальний путь. Я ведь стал уже большим мужчиной, дам тебе с дороги отдохнуть. У меня есть старая пластинка, я ее все время завожу. Приезжай, я по тебе скучаю. Приезжай, тебя я очень жду. А потом пойдем с тобой в осень золотыми листьями в саду. Приезжай, здесь даже воздух просит, чтобы ты приехала, я жду. У меня есть старая пластинка, я ее все время завожу. Приезжай, я по тебе скучаю. Приезжай, тебя я очень жду. Танцуй, танцуй! Такой, алло. Что? Еще раз. Отцу плохо. Только что позвонили, отцу плохо. Ну, дома еще? Нет. Скоро забрала же? А? Скоро забрала? Не знаю. А мама звонила или кто? Нет, с улицы кто-то звонил. Алло. Алло. Да-да-да, кто говорит еще раз? Подъезжайте быстрее, у вас отцу очень плохо, он скоро сейчас, и у вас там маме плохо, она стоит рядом, отец упал у вас на улице прямо, скоро вызвали. Вот сейчас пока скорость стоит между 4-м и 3-м подъездом, я вот у вас у мамы взял вот телефон, помогаю вот позвониться, а то ей тоже плохо, подъезжайте срочно. Отец разговаривает, нет, дайте бригаду скорой. Нет, он не разговаривает, я у вас домой забежал. Я понял, водители скорой, дайте водителя скорой, пожалуйста, мне надо знать, куда, в какую больницу его повезут, куда... Стоят вообще на месте, никуда не едут, никого не пускают, они там стоят. Я на Киевском вокзале, я через 45 минут буду дома, то есть около дома. Ну давайте, я просто не знаю, как вот связаться, я сейчас, возможно, уеду, но вот пока все у подъезда там. Можно я из дороги вам позвоню? Спасибо большое, все, есть. Ладно, все, давайте. Побежали. Слушай, может, ты меня оставишь тогда? Можно радио выключить, пожалуйста? Спасибо большое. Ну, дорогие друзья, прошло 5 минут, как я узнал, что отцу плохо, он лежит в скорой, мы сейчас едем. А что испытывает человек в такие секунды? Первый поворот после метро налево, Чусовская. А, метро проезжаем, да, Чусовская, да, да. Первый налево, да? Да.
собаку завел к вам домой. Ключи вот отдал. И со скорость просил все. Вот они сказали, будут там стоять долго. Оформляют они... смерть? Да. Ну да. Они ждут перевозку еще. Да, я вас понял. Хорошо. И милицию ждут. Хорошо. Спасибо большое. Соболезную вам приношу. Пожалуйста. Так, 30 марта 2013 года. Украина. Сейчас мы скажем время. 11:49. Я получил информацию, что совсем плохо. В машине сказали, переносим соболезнования. Так что, дорогие друзья, следующие кадры. Как вы понимаете, будут из машины скорой помощи. Поэтому особо нервных прошу не смотреть. Те же, кто хочет посмотреть, примите валидол. И чувство благодарности. Налево. Стоп. Оп, спасибо. Ага, налево. Сюда, да? Да. Давайте вы, Катю, к 5-му подъезду разгрузите тогда. Я вас там встречу. Да, дорогие друзья, рано или поздно это бывает с каждым. Стоит сотрудник полиции. Здравствуйте. Я сын, здравствуйте. А вот пришел сын. Что происходит? Я понял, мама, спокойно. Как? Вышел на улицу и умер? Ну да, пополам. Мгновенно? Не знаю, как до нас это было. Убедить свою бровушку.
Я пойду скажу сутинскому документы. Ну, в случае он вы вдруг упадете. Посидите. Сейчас, подожди, сейчас. Ну. Сын сходит, вы посидите. У меня давление высокое. Есть мои таблетки куда носить. Аман, благодарность. Это потом. Она посидит, он все-таки мужчина. Пусть оно посидит. Ничего, наверное, в этом. Возьми свою камеру, Ярослав, забери камеру. Доктор, а может мне что-нибудь успокоительное в колике? Может, истерик начаться. Головочек. Ну, совсем мы вас не можем это седатировать. Просто вы уснете. Кроволочек. Убери ее, ради бога. Да. Сейчас мы смешаем, да, успокоите. Как ты принял? Ой. То есть вы можете туда пойти, туда подальше. Ну что, мужайтесь в такие моменты, дорогие друзья. Это жизнь, это жизнь. Зная, что будут гормональные всплески, держите себя в руках, попросите доктора накапать вам что-нибудь успокоительное, потому что начинается большая рутина. Документы, паспорта, оформление. Сейчас начнут звонить риэлторы, черные маклеры. Ой, водички можно? Вот дали микстурки, дорогие друзья. Так, чуть-чуть туда нальем. Скажите, а вот как вам удается вот жить? Вот каждый день же наблюдаете вы трагедию? У нас не каждый день смерть. Не каждый день? А может побольше водички? Нет, это мы еще потом запьете. Это выпиваете? Ваше здоровье, дорогие друзья. Не дай бог. Да, не дай бог, конечно. Я раз напоминаю, мама отходит. Ему помогите тоже. Ему тоже нужна помощь. А что надо-то? Паспорт, черную сумку. Сходи, сдавайте всем участковым. Я подожду к нему. Паспорт. Паспорт, найдите, пожалуйста. А, да. Увы. Стой, Катюш. Здравствуйте, Ярослав, соболезнования. Вообще, это ужас какой-то. Знаешь, вот одна секунда. Я как раз шла, а он с дяденькой с каким-то разговаривал. Говорит, давление 200, но я, говорит, чувствую себя хорошо. И говорил, и сразу сходу раз и упал. Упал и почему-то желтый сделался. А мама-то где? Маме плохо. А, там стоит. Ой, ну это вообще какое-то мгновение. Держитесь, ребят. Ярослав, что надо помочь? Приходи, я тебе всегда помогу. Персональному транспорту.
Да, Боня, кто ж с тобой гулять-то будет? Дорогие друзья, ну кто вот может брать собаку? Сразу надо думать, мама не сможет гулять, я тоже. Да, уходил с папой, а вернулся один. Нет, 26-го, 12-го. Квартира ваша? 143. Возьмите сразу. Давай паспорт. Отцовский паспорт. Папе. Ну, дорогие друзья, вот мы в машине скоро. Замолчи. Помочь. Замолчи. Пока мама пройдет, дайте я ее прошу. Что? Я ваш сын прошу, вас он пока не беспокоил, мы с вами повисели 2 минуты. Фамилия у вас та же? Нет, Глекова, да, Григорий Леонид, Глекова. Ага. Ирина Александровна. Двадцать первое, 08-37. Где родились? Ага. Где родились? Москва. Смотрите, да, квартира и высокое давление у него все время. Инвалид второй группы, да? Да. Сколько вам сообщили, что ему плохо стало на улице? Я не знаю, я уже время потеряла. Вот когда вызвали скорую помощь, ну вот примерно в одно время, когда вызвали скорую помощь, и за мной пришли. 11:34 поступил, мы приехали. Да, это вот просто вот когда вас вызвали, тут же за мной побежали. Потом дозвонили. Вот здесь.
ждем. Мамуль, твоя задача сейчас домой и, да. И только молиться, давай. Молиться и молиться. Давай, Катя тебя примет. Мамуль, твоя задача сейчас только домой, увы. Вы ее проводите до дома. Ей не надо смотреть, как будем перегружать. Я думаю, она посидела, успокоилась более-менее. Сначала ей было очень плохо, конечно. Да. Ее трясло. Это Катя вот так трясет. Кать, на ключи. Снежку аккуратно. Все, мамуль. Мамуль, давайте. Куда поедем? К концу дома. К концу дома? Вы доберете его? Обувь. Им уже ничего не пригодится. Да, достану. А кубка на нем останется? Да, я сниму, сниму. Сейчас снимите. Да. Итак, пока мама ушла, дорогие друзья, у меня есть небольшая возможность сделать сюжет. Отец, которого я безумно люблю, ушел. Он еще теплый. Я чувствую, как кровь еще не остыла его. Еще минуту, и его увезет труповозка. В следующий раз я его увижу в морге на кладбище. И нужно найти в себе силы, чтобы не поддаваться панике, не поддаваться упадку, унынию, включить рассудок, понять, что он уже ушел. Тело – это всего лишь плоть, а душа, душа где-то рядом. И говоря с ней, даже можно общаться. К этому надо готовиться всю жизнь, к переходу, дорогие друзья. И вот сейчас его увозят. Ох, папа, папа, прости. Один садок и другой. Давай. Проверь. У меня подключили. Она проверяла. Нет. Потому что это такие носилки долбанутые. Ну ты говори, нет, там главное, чтобы нам руки не прихватил. Не, давай. Прикрой. Сейчас. Да, вот так вот, а. И это подымите. Под ремень надо. Вот так, раз. Ага. Подойдем. Сам спереди, и когда вот нога будет последний раз, вот так ногой поддерживай. Здесь я сам. Завязать надо голову, ребят, или как? Не надо ничего. Сань, там спереди держи. Давай, держи. Вот уходит отец в последний путь, дорогие друзья. Так, а как они опускаются? Подожди, пока. Давай. Я не знаю, это машина резервная, давай мы его вот так. А вот это мы сейчас? Это мы сейчас сделаем. Ага. Давай, сейчас раскинем. Был шарфик на отце, а теперь на мне. И заворачивается пакет, и все, и уходит.
Друзья, какой дальше алгоритм, чего, как? Вот сейчас я же даже не знаю, куда увезли, кто увез. Сейчас он телефон-то оставит туда свой. Вот, к нему потом подойди. Это его одежда? О, да, спасибо большое. Все, документы мы забрали, да? Да, документы у нас. Паспорт у вас остался. Паспорт у нас, телефон, да. Телефон сейчас оставит. Давайте, да, сейчас пусть. Подойди, там нам все расскажет, напишет. Сейчас задолбают, наверное, эти агенты. Наверное. А зачем телефон оставлять тогда? Ну, нужен телефон. Все равно. Вы их предупредите, у меня телефон слушается, поэтому пусть помеще трепится. Да? Насчет чего? Ну, да ладно. Я же вас что, с этим, с дворниками, что ли, с каким? Это с моргом. С морганами? Ну, морг, может, не с моргами, а морг Царицына. Царицына? Да, так называется, морг Царицына. Я вам сейчас запишу, там, адрес все вот это. Да, пожалуйста. Так, давайте сначала с телефона начнем. 8-926. Так, 8-926, ага. 210. Да? 93-83. 93-83. Запишу карту вызова. Да, ну так, номер запиши, что-нибудь. Да я на видео пишу, мне проще. Так, как вас зовут? Старухин Ярослав Петрович. Так, еще что вам? А, адрес. Так что, морг, его сейчас увозят. Дальше что я делаю? Что дальше-то? Пока ничего, сегодня суббота. Что вы будете делать? Не, вообще, в принципе, не каждый же день сталкиваешься. Сейчас он расскажет. Он напишет адрес. Вам с морга перезвонят и все объяснят. До понедельника, скорее, все дела уже. В понедельник будет вскрытие. Так. Вот. То есть три дня похоронить не удастся, что ли? Нет. Ага. Не удастся. Просто попало на субботу, поэтому... Не удастся. Потому что в воскресенье морг не работает. И умерший будет находиться там до понедельника, до вскрытия. Я вас понял. Вот. Нет, я просто объясняю, из-за чего. Что вскрытие будет обязательно. Потому что на улице случилось. Так, да? Уличный, да, ясно. Считается. Много таких случаев? Конечно. Да, полно, конечно. Полно. Так, там Кантемировская ближе, что, да? Метро, метро давать вам? Вы сами или будете, своим ходом? Своим ходом, своим ходом. Метро, ну, имейте в виду на метро, да? На метро, так? Да. Так, метро Кантемировская пишу. То есть у вас ни бланка, ничего нет, все так от руки приходится писать? Ну да, нет, ну мы сейчас. Так это в принципе. Так. Слушай, ну и как вот работенка, вот каждый день вот так вот связываться со жмурками? Ну как, вот так вот работенка? Ну как? Или уже так, эмоции? Ну эмоций-то, допустим, на всех, конечно, не хватит. Но кто-то должен и это делать. Да, но кто-то должен заниматься, иначе мы тут трупами завалимся же все. Да, понятно. Так, тарный проезд, дом 3. А что, телефон там есть какой-нибудь? Вам это... перезвонят, вам скажут, там, потому что несколько отделов и несколько телефонов. Сейчас я ищу просто номер этого. Какой-то, ты не помнишь, какой-то ходит? А, автобус нет, не да. Помню. Где-то у меня был записан. А, так, нет, это не то. В принципе, если чего-нибудь. И что, сколько денег скажу на похороны надо? Ну это зависит от того, что вы будете заказывать. Да ничего, вообще сколько минимум. Потом, что вы будете хранить, кремировать, от этого же тоже зависит все. Я вообще не сталкивался с этим. Ну не дай бог, чтобы это часто было. Так, номер автобуса я что-то не найду. Где-то я его себе записывал, но не помню. Тогда возьмите пока вот, это адрес. Метро Кантемировская. Не, а как же, блин, увозят трупы, не знаешь, куда даже возят. А как же, я вам адрес дал, морга. Тарный проезд, дом 3. Что, ни квитанции, ничего не даете? А какой? Карту вызова. Судебные, ну мы же при ментах забирали. Какой? Это же не кооператив к вам приехал. Так. Все равно непонятно, где искать. Вот я вам адрес же дал. Тарный проезд, дом 3. Морг. Царицына. Ничего там одна, этот, как его, справочная. Не надо вам бегать, ничего будет. Все сделаю. Так он называется. Морг Царицыно. Я вас понял. Спасибо. Вот он, судебка там, вот он со всей этой у нас, как его, Москвы считает. Ладно. Не считается, а ну, практически. Хорошо. Все. Вы поехали? Да, телефонного звонка. У вас на руках паспорт умершего. Да. Пока вот остается. Мы привозим. Единственный документ. Сдаем там ваш телефон и. Потому что мы копию протокола, все вот это вот забрали сюда.
Понятно. Вот. Да, дорогие друзья, вот сложно, конечно, гражданину, который первый раз в это попал. Вот нет, не дай бог, но я вам стараюсь все объяснить, чтобы вы поняли. Все, и тысяча зрителей тоже посмотрят ситуацию эту. Вот. Все, спасибо, так, дорогие друзья. Прощайте, примите соболезнования. Да, спасибо, все под Богом ходим. Вот так вот, дорогие друзья. Сколько ни копи, с собой ничего не унесешь, дорогие друзья. В чем был, в том и отправился, даже без ботинок. И даже без куртки, и без шарфа. В чем смысл жизни? Отец на это отвечал. Сейчас вот провожаем. Я люблю тебя. Тебе скучаю, приезжай, тебя я очень жду.